дорогие друзья! Привет! Всем привет! Сегодня воскресенье, 17 ноября, и мы вместе с вами отправляемся на волшебное представление в отель The Land of Legends. Но прежде чем вы увидите все самое интересное, небольшое объявление для вас. Если вы новенький на канале, не забывайте подписываться и ставить лайки, потому что только на нашем канале вы узнаете все самое интересное о жизни и об отдыхе в Турции. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм, потому что там все выходит намного быстрее, чем в Ютьюбе. Если вы хотите узнать температуру воздуха и воды в Алании, ссылки в описании. Если вы хотите забронировать дешево отель или авиабилет, тоже все ссылки в описании. Ну и самое главное. Если вы хотите выиграть путевку для двоих в Турцию с перелетом, проживанием и экскурсиями, не забывайте подписываться на наш канал, на этот канал. И если к январю месяцу у нас будет 50 тысяч подписчиков, мы разыграем эту путевку. В общем, друзья, сегодня мы едем в отель The Land of Legends, который находится в Белике. От Алани ехать примерно 1,5 часа, и по расстоянию от Алани он находится в 100 километрах. Конечно же, у вас сразу возникнет вопрос, можно ли туда добраться на общественном транспорте, чтобы увидеть это представление. Напрямую на общественном транспорте доехать нельзя, но из Алани можно доехать на автобусе до Серика и в Серике сесть на такси и доехать до отеля The Land of Legends. Никакой общественный транспорт, к сожалению, до отеля не ходит. Представление, расписание представления вы также можете посмотреть на сайте этого отеля. Но обычно представления бывают в субботу и воскресенье, круглый год. В 20:30 где-то представление начинается. Представление бесплатное. Но приезжайте намного заранее, потому что там есть что посмотреть, есть очень много кафе, магазинов, где можно купить какие-то вещи, покушать и так далее. Ну и, конечно же, примерно в 20:30 или в 21:00 представление начинается. И на самом деле это того стоит. Чуть позже вы увидите все своими глазами. И в описании к этому видео смотрите новогоднее представление, на котором я была в прошлом году. Это было супер классно. Поэтому едем и приглашаем вас вместе с нами. Мы уже приехали в отель. Представление начнется где-то через 15 минут, полчаса, точно не знаем. Но сейчас будем показывать вам все самое красивое. Мы приехали в сказку. Да, в осеннюю сказку. Вот так вот выглядит вход в сам отель. Здесь расположена парковка. Любой может въехать, машину проверяют. Вот вход, въезд и... Вот так вот выглядит главный вход на территорию отеля. Сейчас мы пройдем через главный вход и попадем на так называемую шопинг-аллею. И уже пройдя мимо красивого замка, который вы еще не видите, откроется... потрясающе красивый вид на канал. Ну, в общем, все самое классное впереди. И вот такой вот вид открывается на замок. Здесь вы видите сцену спереди, которая для того, чтобы... Ну, здесь проходят различные концерты. Территория отеля очень большая. Вот здесь вот парковка, где мы припарковались. Здесь шапито, место для цирка. Мы зашли через... вот этот вот вход. И сейчас мы находимся вот здесь. Здесь фудкорты различные, шопинг, авеню, шато. И вот на этом канале будет проходить как раз и парад, музыкальный парад. А вот отсюда можно, вот если сесть на кораблик вот здесь, мы сейчас попробуем сесть на кораблик. Если сесть на кораблик, можно прокатиться по всему каналу.
до вот этих лошадей и обратно. Вот здесь вот такое вот шато. И здесь есть статуи лошадей. Сейчас они очень красиво подсвечены, но когда начнется представление, будет настоящее волшебство. Thank you.
три толстяка. Три коротышки. Ну, здесь так же. Так, выбираем, какое самое прикольное. Посреди. Три толстяка или три коротышки? Три коротышки. Так, подожди, давай. Надо поближе. У Насти голова уже. У меня два рта. У тебя три. У тебя шесть глаз. Смотри, у нас вся голова улетела. Три у меня, три. О, точно. Раз, два, три. О, посмотри на руки. Ох, кошмар. Ничего себе. Вот так, друзья, мы веселимся в отеле The Land of Legends. Здесь есть очень много разных интересных активностей. И плавание с аквалангом. Ну, в общем, очень-очень много всего. Ну и, конечно же, здесь есть стол со вкусняшками. Айхан стырил вкусняшки. Айхан. Сенеалден. О, чулгизель. Шекюля. А теперь человек, который мечтает сбросить 3 килограмма, пришел к сладкому столу. Нельзя, ты на диете. Это не можно. Это не можно. Вот такое вот количество здесь вкусняшек, и можно это все кушать. Вот эти очень вкусные. Ну что, дорогие друзья, вот такое вот необычное приключение у нас получилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. А мы идем гулять дальше. Не забывайте подписываться на наш инстаграм, не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, ну и, конечно же, комментировать. К декабрю мы должны набрать 50 тысяч подписчиков, и тогда мы разыграем путевку в Турцию. Ура! Ура! Всем пока-пока! Пока! Пока-пока!